батом. Уже, что? Уже растаешь в мосту, да? Да, сегодня 9 марта, снег выпал. Уже вот оттает. Я хотел завернуть на Мира. Наверное, минус 9 сейчас светофор. А при чем тут светофор? Здесь не надо, слушай. Сидим на улице Мира. Заворачиваем. Лицо Мира. Ох, какая она мирная, мирастающая. Впереди труба. Тец. Вот это гормолзавод. С левой стороны гормолзавод. Бывший. Что за труба? Тец центральная. Это на один район города работает, потом микрорайон есть ТЭЦ, там еще есть у нас их штуки 3, наверное. Это ТЭЦ 4. Вот так впереди. Ну, горячая вода в квартирах есть. Теплоэлектроцентраль. Вот это по трубам. Самое бездумное, воинская самое часть. Неэкономное использование. Воинская часть здесь. Вот раньше было здесь какое-то тут было тут заведение учебное. Учебное, тут училище было. Сейчас сделали воинскую часть. Казармы здесь. Это улица Мира перед Абая. Так, куда едем дальше? Потом направо по Абая. По Абая направо. Тут какой-то турецкий колледж, что ли? Казахско-турецкий. Вот пансионат. Колледж все построили. Здесь вот на углу раньше был какой-то одноэтажное здание здесь, торговое какое-то. Помню, я купил мотоцикл, здесь надо было товарный чек, ну, регистрировать. Вот здесь вот. Топ-кта! Это вот перекресток улица Абая и Мира. И Мира. Подпер меня от Ростова. Направо мы заворачиваем. Это улица Абая тут начинается. Начало Абая. Начало Абая. Здесь где-то 8-й. Вот 8-й, вон 10-й. Здесь остановись. Вот он, 10-й номер. Вот дома.